Итак, мы снова едем к вулкану Тейде. Похоже, это становится нашей доброй традицией. Вулкан Тейде – культовое место на Тенерифе и, пожалуй, главная его достопримечательность. На языке гуанчи он назывался «Снежная гора», и для них это было священное место силы. А в кратере, по преданию, живет сам дьявол. Кстати, последнее извержение вулкана было совсем недавно, в 1909 году. Вулкан Тейде – самая высокая точка Испании и третий вулкан по высоте в мире после гавайских вулканов. Он расположен на высоте 3718 метров над уровнем океана. К вулкану легко добраться из любой части острова. В горах проложены прекрасные ровные дороги. Они оборудованы смотровыми площадками, откуда открываются нереально волшебные виды на океан и горы. У подножья вулкана расположился национальный парк Тейде. Дорога приведет вас к станции канатной дороги. Паркинг расположен по обоим сторонам. Есть и отдельная площадка. Паркинг бесплатный, но на нем может не быть мест в пиковый сезон. Постарайтесь выбрать низкозагруженные даты. Тогда вы увидите картину, как в этом фильме. Базовая станция канатной дороги находится на высоте 2356 метров. По канатной дороге вы подниметесь до высоты 3555 метров на верхнюю станцию. Она называется Ларамблета. Оттуда идут пешеходные тропинки на высоту 3718 метров в кратеры вулкана. На станцию канатной дороги можно добраться не только на автомобиле, но и на рейсовом автобусе из Лос-Кристианоса. Если вы не хотите стоять в очереди, возьмите билеты заранее на сайте. Мы так и сделали. Базовый билет в обе стороны стоит 27 евро, но вы можете выбрать билет в одну сторону и еще массу разных вариантов. За 6 евро можете взять аудиогид, он есть на русском языке. Но придется оставить залог – паспорт или 50 евро. Отправляясь на подъем на канатную дорогу, не забудьте взять теплые вещи. И если вы захотите перекусить, то еду тоже нужно взять с собой. Наверху температура близка к нулю. Что еще необходимо знать? Если вы захотите подняться к вершине Тейде, пройти пешеходным маршрутом от стоянки, то вам нужно получить дополнительное разрешение за 2-3 месяца до этой даты. Разрешение бесплатное, вы его, скорее всего, получите, заполнив форму на сайте. Но просто нужно обратиться заранее. За подъем без разрешения вы можете нарваться на штраф. Вот мы на Тейде. Вот мы на Тейде снова. Очередной. И еще приедем на Новый год делать новогоднюю запись. Очередной так что заезд. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да, товарищи. Мы были наверху 31 декабря в прошлом году. Красота и виды просто нереальные. На пешеходный маршрут к кратеру мы пока не отважились. Горные походы требуют молодой выносливости или особой подготовки. Наверху воздух еще более разряжен. Холод и ветер усугубляют ситуацию. Наступает вялость, ноги не слушаются, появляется одышка. Но как бы там ни было, рекомендую всем сюда подняться. Обо всем забываешь, когда смотришь вокруг, и это ощущение полета и свободы останется с вами навсегда. Еще надо иметь в виду, что в плохую погоду канатная дорога закрыта, но, скорее всего, о ее закрытии вас уведомят. Поздравления! Встреча Нового года с вулканом Тейде. Всем привет! Мы находимся на вулкане Тейде. Снимаем вон там вот точки, которые ниже нас находятся. А мы стоим на солнечной поляночке в камнях.
И записываем это обращение. Всех с Новым годом! Всем желаем удачи в Новом году, счастья, новых путешествий и неординарных встреч, чтобы все было здорово. И мы тоже решили Новый год начать и закончить на вулкане. У меня нос потек. Здесь довольно холодно, сразу всем говорю. И не то я могу сказать, что Витус Шикардус – это мало для описания вулкана Тейде. Здесь просто нереальные картины, сюрреалистичные. Где-то они похожи на Марс, где-то сосновые леса, где-то вообще ни на что не похожи. Они есть только здесь, кратеры вулканов, причудливые вулканические камни. Где-то лежит снег, где-то дует ветер, а где-то, вот как здесь, мы нашли более тихое место. Всем удачи! Всех люблю и целую! В этот раз мы решили прогуляться по национальному парку Тейде. Посмотрите, какие чудесные кадры мы сняли внизу. Как-то где-то что-то выглядит. Посмотрим. Если мы посмотрим, мы... Мы на какой-то вершине. Здесь дует и камень холодный. В общем, надо быстро отсюда спускаться. Но красота неописуемая. Я сползаю.